Ноябрь, время распродаж, может быть фейковых, а может быть настоящих. В этом видео я расскажу вам, как действительно сэкономить на покупках в интернете, конкретно в магазине Спортмастер. Это новое видео на канале Гаджетмания. Мы начинаем. Поехали! Эти три замечательные коробочки здесь лежат не просто так, потому что видео действительно, наберитесь терпения, может быть, будет долгим, но суть остается сутью. Я вам действительно расскажу, как можно экономить до 50% от стоимости товаров в магазине Спортмастер. Я на своей собственной шкуре испытал данный метод, он рабочий, я рассказываю вам. Собственно, предыстория краткая. Налейте пока себе чайку и слушайте внимательно. Спортмастер – это федеральная сеть магазина со спортинвентарем, спортивной одеждой, спортивной обувью. Ну и не только, кстати, спортивные. Бывают вещи, ну, конечно, там классических костюмов не найдешь, но, в принципе, повседневную одежду и обувь можно встретить. Не так давно проходила акция и до сих пор, по-моему, проходит только в некоторых городах. И, к сожалению, это всего лишь Москва и Московская область, и Санкт-Петербург и Ленинградская область. Я не думаю, что не все мои подписчики проживают в данных городах. Там проходила акция 1 плюс 1 равняется 3. Касалась она продажи обуви. То есть вы понимаете, покупаете две пары, третью получаете в подарок. Ну, в принципе, уже достаточно. То есть я выбрал обувь, посмотрел, какая обувь на зиму нужна мне и моей семье. И все было бы хорошо, если бы я не знал о том, что можно экономить на баллах до 30%. И еще об одной очень интересной фишке. Сейчас расскажу поподробнее. Итак, держим в уме, что 1 плюс 1 равняется 3. Проходит акция только в двух городах. Соответственно, можно выбрать две пары обувь и третью тоже, только она будет в подарок. Тут небольшое, скажем так, небольшая оговорочка. Третья пара обуви должна стоить не дороже, соответственно, тех двух. Она может стоить ровно так же или дешевле. Если, соответственно, она стоит дороже, то бесплатно будет подарок именно та обувь, цена которой будет наименьшей. В общем-то, в принципе, что еще хотеть? Надо просто выбрать подходящую себе обувь и ее приобрести. Но мне этого показалось мало. Я знал, что существует бонусная программа в этом магазине, и с помощью баллов можно оплатить до 30%. У меня баллов на тот момент было немного, и я начал искать, где их приобрести. Приобрести их можно, оказывается, в интернете, в группах ВКонтакте, на Авито. В общем, просто забейте в Google сертификат, точнее, бонусные баллы Спортмастера. Куча разных, соответственно, ссылок ВКонтакте, групп, людей. И я на своей шкуре испытал и поработал, можно сказать, за небольшой промежуток времени с многими из них. Так вот, фишка заключается в том, что условно-бесплатную помощь оплаты баллами делают практически все, но делают не все так оперативно, допустим, как нужно вам. Иногда просто забивают на ваши просьбы, иногда просто что-то делают не так. Я нашел того человека и ту группу, где делают очень быстро. Да, они берут некое вознаграждение за это, но все-таки сами поймите, оно небольшое, вам сам администратор объяснит, сколько это будет стоить. В любом случае вы экономите и делают заказ быстро. Как вы получаете скидку? То есть у вас баллов нет, а в группе, которую я вам порекомендовал, или вы нашли сами, баллы, соответственно, есть. Все очень просто. Вы идете в магазин, который находится у вас в городе Спортмастер, выбираете себе тот или иной товар, просто его примеряете, точно знаете его размер, фотографируете этикетку, где написал артикул, или просто записываете, если у вас нет фотоаппарата или телефона с камерой, и, соответственно, передаете этому человеку в той группе, администратору или кто занимается заказами. Он оформляет со своего личного кабинета заказ, применяет свои бонусные баллы, которые у него есть на его бонусном счету, и вы автоматически получаете скидку в 30%. Ему оплачиваете какую-то часть, но в любом случае вы экономите. Сколько это? Ну, пускай будет 25-22% с этих 30% этой скидки баллами. Вы в любом случае получаете. Казалось бы, уже хорошо. То есть мы держим в уме, что у меня одна пара обуви была в подарок по акции 1 плюс 1. Плюс я получаю скидочку, скажем так, в размере 25-30%. Кстати, если у вас покупка небольшая, то, может быть, вам сделают заказ с помощью применения баллов, и денег за это не возьмут. Тут, как говорится, все индивидуально. То есть уже получается, обувь действительно стоит недорого. Если брать во внимание, здесь представлены три коробочки одинаковой обуви, только разделены на мужские и женские.
Обувь Columbia стоит недешево, порядка 5000 за пару. Я считаю, что это достаточно дорогой, скажем так, бренд. Но вроде как говорят, качественный, потому что эта обувь действительно делается в Соединенных Штатах Америки. И все сертификаты у спортмастера на эту продукцию есть, что они делаются в США. Итак, мы имеем 3 пары по 5000 стоимостью. Одна из них подарок, то есть на 10 тысяч у нас применяется скидка в 30% баллами. Итого к оплате 7 тысяч рублей. И что бы вы думали, я пошел еще дальше. И так получилось, что у меня, оказывается, есть знакомый, у которого есть определенный лайфхак к этому, в следующем способе экономить еще со спортмастера. Экономить можно до 20% так называемыми подарочными сертификатами электронными на предъявителя. Что это такое? Это предоплаченный сертификат денежный на определенную сумму денег, которым вы можете расплачиваться как в онлайн, так и в офлайн магазине. И когда я пообщался, соответственно, с человеком, он мне объяснил прикол всего этого, сказал, что это все официально, он этот сертификат и получил в качестве оплаты за свою проделанную работу, точнее его фирма, но не суть важно. Сертификаты есть, сертификатов достаточное количество и номинал разный, бывает 1000, 3 и 5. И самое, что интересное, вообще история вся интересная, эти сертификаты можно совмещать, то есть их может быть несколько, и эти сертификаты ни по каким правилам спортмастера не противоречат применению баллов и не противоречат применению других акций, то есть сертификаты — это деньги. Итак, что же, за сколько он продает, соответственно, эти сертификаты? А сертификаты он продает по следующей схеме. 5000 рублей номинал сертификат стоит 4000 рублей, 3000 рублей стоит 2600 и 1850 рублей. Я могу ошибаться, но ссылку на группу, которую я организовал, потому что я знал, что я запишу это видео и будет куча вопросов, потому что этот видос действительно посмотрит, наверное, большое количество человек в период ноябрьских распродаж, предновогодних распродаж. Чтобы вам было удобно, я сделал группу и всю максимальную информацию отобразил там. Соответственно, мы получаем скидку до 20%, если мы применяем большой номинал сертификатов. Ну и, собственно, к 7000 остатка, что мне нужно было заплатить на кассе, я применил купленные сертификаты. И что бы вы думали, без каких-либо проблем все это дело прошло, у меня есть чек. В группе ВКонтакте он предоставлен, я не знаю, сейчас я найду его, да, вот есть чек. Здесь без всяких проблем можете поставить на паузу. Я не знаю, сейчас все это дело сфокусироваться должно. Можете поставить на паузу и посмотреть. Но в итоге я покупку на кассе в магазине, сейчас вот эти две коробочки я уберу. В итоге на кассе в магазине я наличкой оплатил всего лишь 1 российский железный рубль. То есть кроссовки мне обошлись с максимальной выгодой. Я никогда в жизни бы себе не позволил до такой степени дорогую, для меня, по крайней мере, я зарабатываю немного, обувь. Ну вот настал тот момент, когда я буду пользоваться кроссовками, зимними кроссовками Columbia. Я до сих пор их еще, ну то есть померил и не одевал. Можно сказать, это unpacking кроссовок. Ну просто посмотреть, что здесь не пустые коробки стоят. Абсолютно новая обувь. Опять же, коробка пускай останется здесь на столе. Это абсолютно новые кроссачи. Они очень прикольные, они зимние. Columbia, флисовые. И смысл в следующем. Я призываю вас, друзья, пока есть такая возможность, потому что сертификатов не совсем много, их ограниченное количество, это достаточно, недостаточно, это полностью легальный, скажем так, момент оплаты покупки в магазине Спортмастер, эти сертификаты есть, и я хочу, чтобы мои подписчики после этого видео, если они действительно задумывались над приобретением, может быть, ребенку надо что-то на физкультуру, лыжи купить, может быть, вы задумывались о хорошей куртке Columbia или какой-то другой фирмы, это абсолютно не реклама компании Columbia, она мне не заплатила, я уверяю вас на 100%. Или, может быть, вам просто необходимы какие-нибудь носки по акции, вы с удовольствием, пожалуйста, обращайтесь по ссылкам в описании. Итак, мы подведем итоги, то есть, точнее, я подведу итоги. Для того, чтобы покупать в спортмастере со скидками, надо применять баллы и подарочные сертификаты на предъявителя. Вы скажете: вау-вау-вау, Паша, как бы, как мы будем уверены, что нас не обманут? Ну, смотрите, по баллам эта информация доступна на сайте спортмастера, вы можете ознакомиться, ссылочку я оставлю в описании. Также вы спросите у администратора группы, который быстро оформляет заказы с применением 30% скидки в баллах.
Ну и просто поспрашивайте у людей, сходите в свой спортмастер, который у вас есть в городе, спросите у продавцов, как они вам ответят, действительно ли это работает, и в итоге вы получаете номер заказа. То есть когда человек, оформивший вам заказ с вашим товаром, присылает вам на ваш номер телефона, вам придет, во-первых, смс от магазина «Спортмастер», вы будете видеть, что заказ стоит столько-то, баллы применены столько-то, и после этого оплачиваете. По поводу сертификатов сразу предупрежу вас, чтобы не было никаких недоразумений. Предоплата полная. Я не хочу, скажем так, я честно вам признаюсь, я имею 100 рублей с каждого проданного сертификата. Я не хочу из-за мелочи в 100 рублей позорить свою репутацию, позорить свой канал. Я знаю, и проверен человек мною, и не один человек уже, соответственно, с помощью меня это все дело приобрел. А приобрели те люди, которые подписаны и знают про группу, которую я тоже ссылку оставлю в описании. Про распаковки Samsung Galaxy J7 2017 года я вам рассказывал, если вы мой подписчик моего канала и смотрите меня достаточно давно, что существует такая группа ВКонтакте Buy in Internet. Там сообщество людей, шоперов, которые делятся с друг другом информацией, рассказывают друг другу, где какую халяву можно урвать в интернете, где какой товар можно прикупить в интернете, в китайских интернет-магазинах, в русских интернет-магазинах. Там действительно живые люди, которые делятся своим опытом и получают помощь, допустим, ну, от других, соответственно, людей, участников этой группы. Мне не зашкварно прорекламировать данное сообщество обязательно. Если вы действительно, вам не пофиг на свой кошелек, и вы хотите получать годную информацию, то обязательно подпишитесь на эту группу. Я, в свою очередь, иногда там публикую свои видео, потому что я общаюсь с людьми, и мне это интересно. Это, можно сказать, на правах рекламы. Так вот, сертификаты, опять же, сертификат вот эти электронные, про которых я вам рассказываю, что в совокупности вы получаете скидку до 50%, они, к сожалению, все продаются по предоплате. Почему? Ну, потому что, во-первых, я уверен в годности этих сертификатов, что они работают, потому что сам сертификат электронный выглядит, это не просто пластиковая карточка. Бывает пластиковая, если вы, допустим, придете в магазин и захотите купить подарочный сертификат спортмастера и кому-то подарить его. То есть это будет подарочная карта. А это электронный сертификат, он имеет определенное количество цифр и пин-код каждому сертификату. То есть я на 100%, на 101% уверен в работоспособности данного вида оплаты в магазине спортмастер. И, к счастью для себя, может быть, к сожалению для вас, соответственно, беру предоплату 100% за этот номинал сертификатов. Еще раз, вся подробная информация будет в группах. Обязательно, это очень важно. В этом видео надо чекать описание этого видео. Там будет несколько ссылок на группы, где взять, на группу, где взять баллы, на группу, где взять сертификаты. Я буду отвечать про сертификаты конкретно я. И на группу, где люди общаются и делятся вот всей этой информацией. Вообще по скидкам в интернете. Впереди у нас 11.11.2017 года. Для многих из вас это, скажем так, фейковая распродажа, потому что многие из вас столкнулись с тем, что продавцы у нас завышают, потом понижают. Я для вас в течение октября-ноября месяца подбираю ресурсы и, скажем так, места или даже, может быть, позиции товаров, на которых будет действительно скидка. Может быть, она будет не такая значительная, как хотелось бы, но она будет, по крайней мере, честная. Для того, чтобы это не пропустить, просто подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что до 11.11. там приятный ништяк. Кто подпишется на телеграм-канал, тот среди тех участников, которых всего 27 человек, по-моему, среди них я разыграю смарт-часы из Китая, которые не так давно распаковал, опять же, на канале. Можете посмотреть одно из видео. В общем, это видео просто хлещет халявой. Спортмастер, экономия до 50%. Кстати, по сертификатам я не договорил. Как всегда, у меня в голове с темы на тему я перепрыгиваю. Бывает такое, как говорится. Так вот, если вы боитесь что-то или еще что-то, после приобретения сертификата вы вправе, и я на этом настаиваю, в процесс, так как вы расплачиваетесь сертификатами, а расплачиваться сертификатами на самом деле просто, потому что вы просто-напросто, вам говорят к оплате, там, допустим, 5600 рублей, вы говорите, окей, оплата электронными подарочными сертификатами. Продавец такой, окей, диктуйте номер, вы диктуете полученный от меня номер, он спрашивает пин-код к этому номеру и так далее. То есть в одной покупке можно совмещать несколько сертификатов. Допустим, если у вас покупка, ну, к примеру, там на 8000. Что такое 8000? Это сертификат на 5 и на 3000.
Так вот, я настаиваю на том, что если вы не верите, а вы вольны не верить людям с интернета, скажем так, чтобы не было никакого обмана, и для того, чтобы потом что-то доказать, именно на диктовку номеров и оплаты, точнее, по этим сертификатам, вы вправе записать на видео, что если у вас, допустим, оплата, там, вы думаете, не пройдет, вас обманут, дадут какие-то левые цифры, которые нигде никто у вас не примет, вы просто снимаете это на видео, если факт, если, допустим, ну, если мало ли, не знаю, планета перевернется на какие-нибудь там 42 градуса, и у вас не примут к оплате данный вид оплаты, именно предусмотренным в этом магазине в качестве электронных сертификатов на предъявителя, ну, соответственно, вам в любом случае бескомпромиссно вернут деньги, и никаких проблем не будет. Но, опять же, если будет присутствовать, если я буду видеть в этом видео, что вы в магазине Спортмастер, что это не фейковый продавец, как бы, что это касса, вы можете меня захейтить сейчас в комментариях. В любом случае, уже как минимум десятки человек воспользовались данным предложением, и они оделись на зиму в очень хорошую одежду, в качественную одежду, потому что даже в Спортмастере есть некачественная одежда. Это ни в коем случае не реклама магазина Спортмастер. Это всего лишь лайфхак, как действительно экономить на покупках в интернете с помощью канала Gadget Mania. Ну, я, пожалуй, наверное, все, что хотел, сказал. Совсем скоро увидимся. И вот, кстати, по поводу группы, где рассказывается про распродажи, вот эти все скидки, купоны, вот это вот халява в интернете. Не так давно я там наткнулся на очень интересную акцию. И этот товар курьер обещал привезти завтра. Для вас не знаю когда, для меня завтра утром. И я на видео, скорее всего, распакую данную посылочку. Совсем скоро увидимся. Скоро череда видео про распродаж 11.11. Всего доброго. Пока-пока. Ну и там подпишитесь на канал, я не знаю, там колокольчик важно нажать, потому что сейчас алгоритмы YouTube просто зашкварные. Везде лепят желтые доллары, это не монетизация видео, поэтому ваша поддержка в виде оценок будет сейчас очень сильно важна. Еще раз, пока-пока. О-хо-хо, и бутылка рома, хотел сказать я, но на самом деле скажу другое. Если после просмотра данного видео вам показалось интересно, в чем я одет, а я одет в полностью запечатанную 5D или 6D, китайцы придумали, толстовку с любым изображением, которое предоставляет продавец. У меня есть такая одна, и я расскажу вам про нее, каково качество, потому что не только гаджеты покупают на Алиэкспрессе. И есть еще одна нераспакованная, которая уже лежит месяц, но там не полностью запечатка 5D, там просто хорошая должна быть качественная толстовка. Если вам интересно, обязательно отпишитесь в комментариях под этим видео, что вам интересно. Я буду знать, и это будет повод пнуть меня записать видео как можно быстрее.